Вот сейчас обосём, мы поедем. Сейчас снимают вас. Сейчас, на минутку хоть покажите. Снимают. Давай. Давай туда их, это уже поток сняли. Что у вас? Отправление. Нет, приехали в Испанию. Родитель, то, что имеете. Я показываю, как водитель на школе. Ходили и знаем. Это сокровище нету конца, сколько там всего. Ходили, знаем, читали. 50 книг аудио только. Это вот мы батюшки, наверное, заедем благословиться. Но там мимо поедете. Это, и за ним везем эту книжечку. Да, пожалуйста. Давайте. Эти все выбросы, они давай. Все прям приедете, как сразу первым делом. Садитесь. Почистите, почистите и надевайте. Кого? Так. Штаны. Ну, нельзя надевать. Храни вас, Христос. Спасибо вам за все. Вообще, чемодан, вокзал, Берлин. Илья, не, Мюнхен. Катюшенька. Архиепископу Марку отсылают книгу для всего Божия нету. Не поедут, тогда надо батюшке вот это отдавать. Это друг Путина, который? Ой, простите. Да. Понятно. Хороший друг. Он, главное, это был инициатор объединения там. Ну, старый друг лучше новых двух. Отец Иоаким у него был там, когда мы Надежда Васильевна, отпускайте машину. Надежда Васильевна, уже сцепление горит. Сильнее, дверь. Что же, шофер уже сцепление включил, скорость. Ну. Тоскует она, что же. Тоскует.